в ходе ответов на вопросы, а пока к самому животрепещущему, что происходит непосредственно на Харьковском направлении, на южном, скажем так, фасе нашего кольца вокруг Харькова, и что происходит на Херсонском фронте, на Николаевском направлении, на Криворожском направлении, там, или правильнее, поскольку противник наступает, говорить, Береславском направлении, и нюансах с этим связанных. Ну, начну я с Херсонского фронта. Опять же, те, кто следил за моими обзорами, сейчас я стараюсь давать с привязкой к населенным пунктам конкретным, те примерно знают, что сейчас происходит на фронте. Вот сегодня конкретно противник возобновил атаку на... Господи, вылетает из головы это название, сейчас я скажу. Посад Покровская. Сейчас там происходит бой. Вот. Туда выдвигаются наши резервы. И есть надежда, что в течение как бы, этих суток положение под данным населенным пунктом будет восстановлено. Если же оно не будет восстановлено, ну, тоже ничего на самом деле страшного нет. Херсонский фронт и наиболее его как бы насыщенное войсками Николаевское направление, они достаточно устойчивы. В том числе потому, что туда активно перебрасывались войска в течение всего августа месяца и непосредственно после того, как противник произвел наступательные операции на данном направлении и особенно на направлении Береслава. Что у нас в Береславе? В Береславе у нас, скажем так, оперативный кризис фактически преодолен, однако преодолен на этом направлении со значительными территориальными потерями, и противнику удалось достичь хороших тактических результатов, существенно расширить свой плацдарм на реке Ингулец. Если ранее, в августе, в начале августа, он захватил там всего два небольших села, Андреевку и Лозовое, то сейчас у него в руках 7 населенных пунктов, которые находятся в пределах данного плацдарма. Это Благодатовка, Лозовое, Андреевка, непосредственно Ингульцы. И в глубине территории, то есть достаточно на большом расстоянии от Ингульца, противник сумел занять населенные пункты. Я их перечислял у себя на странице, кому надо, загляните. Это южнее Сухого Ставка. Сейчас фронт проходит в районе села Безыменное, между селом Безыменное и бывшей Карла Маркса, и Чкалово. До начала последнего наступления противника Чкалово было местом сосредоточения штабных и снабженческих подразделений на данном участке наших. Сейчас как бы фронт уже проходит, это почти передовая. А Чкалово, в свою очередь, находится на полпути от Ингульца к Береславу. Здесь замысел противника был понятен с самого начала. Его я, например, в своих заметках просто сразу описывал прямыми словами, потому что никакого секрета в этом нет. Это ясно любому человеку, хотя бы относительно разбирающемуся в военном деле. В случае прорыва противника к Береславу, наша группировка, которая находится восточнее данного города, вся попадает в оперативное окружение. Поскольку в случае захвата Береслава, отрезания там, прорыва к Новой Каховке, ну, там нету ни одного моста стационарного, который бы шел через водохранилище Запорожское, к Новокаховское, вернее, к тем войскам, которые находятся восточнее данного города. Вообще нет. И учитывая, что водохранилище в этом месте достаточно широкое, снабжать эту группировку будет чрезвычайно сложно. Правда, группировку нашу противник, скажем так, немножечко подвинул, о чем опять же мы писали. Противник потеснил наши войска южнее Кривого Рога.
занял райцентр, занял еще несколько населенных пунктов поменьше, но тем не менее там еще достаточно много наших войск. Поэтому здесь я прогнозирую, что через некоторое время, если российские войска не предпримут массированный контрудар и не сбросят противника с плацдарма, или, по крайней мере, не отбросят его обратно в Андреевку Лозовое, то противник неизбежно, всенепременно предпримет новое наступление с целью добить, как говорится, свои цели, добиться их и рассечь нашу заднепровскую группировку надвое. Надо сказать, что здесь у меня полное дежавю. Когда-то я интересовался наступлением Врангеля из Крыма. То есть все вот эти, Каховка, Береслав, Херсон, казачьи лагеря, там можно долго перечислять, Синельниково, Апостолово. Все эти названия мне хорошо знакомы по боевым действиям вооруженных сил Юга России 1919 года, по операциям Слащева против Махно. Ну и по наступлению Врангеля летом 1920 года. У меня даже, вот повторяю, дежавю какое-то, только в данном отношении плацдарм не на Днепре в районе Каховки, а в районе Ингульца. Вот. Ну, может быть, будет со временем и на Днепре. Тоже была заднепровская операция Белой армии, попытка Врангеля переправиться через Днепр, разгромить противостоящие ему тогда войска Красной армии, которая закончилась неудачей, серьезным поражением, большими потерями и отступлением обратно на левый берег Днепра. Ну, посмотрим, как это будет на этот раз. Это я отвлекся, это вам вряд ли интересно. Вот. Но все-таки, подчеркиваю, на Херсонском фронте сосредоточена достаточно сильная группировка. Пусть части, которые там сражаются, они очень слабо соответствуют штатному своему расписанию. То есть пополнение их либо вообще не велось, либо велось сейчас по чайной ложке, крайне недостаточно. Тем не менее, техники людей там, я полагаю, пока достаточно, чтобы не позволять осуществить оперативные успехи или там стратегические успехи противнику. Хотя, кто знает, ситуация неизбежно будет ухудшаться, хотя бы по одной простой причине, что все четыре основные переправы через Днепр, то есть два автомобильных моста и два железнодорожных, все четыре полностью выведены из строя, то есть ни железнодорожным транспортом, ни автотранспортом по ним переправляться невозможно. А противник постоянно обновляет, скажем так, их повреждения, постоянно наносит по ним дополнительные удары, чтобы не дать возможности их отремонтировать. Соответственно, все снабжение нашей группировки, и, кстати, не только группировки, но и население Херсона и Херсонской области на правом берегу Днепра держится на нескольких паромных переправах. Одной гражданской и трех военных. Здесь я никакой тайны не открываю, поскольку противнику с его космической, как говорится, разведкой все это прекрасно известно. Это неизвестно, возможно, только вам. Опять же, только тем, кто мало смотрит военкоров. Естественно, что можно устроить еще сколько угодно инженерных переправ, пока хватит понтонов и переправочных средств. Но столько техники, вооружения, боеприпасов, продовольствия, ГСМ, сколько перебрасывалось по стационарным мостам, все равно, хошь не хошь, перебросить инженерными переправами, тем более паромными, не получится. Здесь, поэтому, так или иначе, постепенно противник будет давить, давить и давить. Опять же, весь август прошел фактически в боях на Херсонском фронте, поэтому я на нем и сосредотачиваю внимание, тем более, что я был там относительно недалеко, вот, и мог некоторую информацию получать как бы из первых рук. Поэтому, ну, в общем, многое я наблюдал в режиме почти онлайн. То есть, то, что я знаю, что противник засыпает хаймерсами, то есть пакетами, одиночными ракетами, ну, как правило, теперь уже пакетами, практически любые сколько-нибудь значимые цели. Если сначала удары наносились по крупным складам боеприпасов, по
базам, включая крымские, как вы знаете. То есть я уверен, что база в Новофедоровке под Евпатории была поражена именно ракетами дальними «Хаймерс», вот, то сейчас он не стесняется расходовать пакеты этих достаточно дорогих и очень точных ракет фактически на любую крупную цель, включая даже чуть ли не отдельные танки, ну или там взводные опорные пункты, колонны. Фактически противник достиг там за счет «Хаймерсов» не просто паритета в артиллерии, а даже получил в определенном сегменте перевес. Если в ствольной артиллерии по-прежнему у нас имеется там некоторое преимущество, то в высокоточных ракетах преимущество, к сожалению, уже у противника. Причем преимущество ощутимое. И ощутимое не на уровне моих диванных разговоров, а на уровне жизней наших солдат и исправности нашей военной техники. Поставки боеприпасов и техники даром не прошли. Как мне говорили военнослужащие, которые непосредственно находятся или находились на фронте в августе месяце на Херсонском, 80% боеприпасов, которые на этом фронте использует противник, натовского производства. Все, советские боеприпасы они практически все отстреляли, но не испытывают никаких проблем с боеприпасами из стран НАТО. В том числе с боеприпасами, произведенными к артиллерийским системам и ракетным советским бывшим в Чехословакии, там, в ГДР, еще там где-то в Венгрии. То есть, все это у них есть, этого у них хватает. Ну, прогнозирую, подчеркиваю, что после некоторой оперативной паузы, пользуясь своим примерно трехкратным преимуществом в живой силе на данном фронте, противник предпримет очередные атаки. Не мытьем, так катанием, людей ему не жалко, чтобы нанести нашим войскам поражение и на этом фронте. По крайней мере, часть военнослужащих, в том числе офицеров, не испытывает большого оптимизма по поводу развития событий на данном фронте. И в первую очередь потому, что, так же как и на других фронтах этой войны, не видят со стороны нашего государства и высшего военного руководства адекватных действий согласно складывающейся ситуации. Пополнение армия получает критически мало, в первую очередь в живой силе. Текучка кадров, то есть массовые увольнения людей, которых контракт закончился, там трехмесячный или шестимесячный, или даже не закончился, продолжается, а противник продолжает усиливаться с каждой неделей. Это факт. Ну, теперь перейдем к самым животрепещущим событиям, перейдем к ситуации на южном фасе Харьковского фронта, то есть направление Балаклея, Купянск и теперь уже Изюмское направление, об этом можно только же говорить, причем Изюмское с севера. Двое суток назад противник начал там широкомасштабное наступление. О том, что на это наступление будет, об этом говорили все. По крайней мере, те военные, с кем я общался, об этом знали, ну, по крайней мере, недели за две точно. Более того, информация об этом наступлении, о том, что оно готовится, была в интернете, и я ее сам лично читал. Очень замечательная информация. Поэтому то, что сейчас произошло, можно... А что произошло, я расскажу чуть позже. Можно рассмотреть с двух точек зрения. Первую точку зрения, вполне укладывающуюся в хитрый план, так называемый, высказал сегодня мой старинный знакомый Апти Алаудинов, который сейчас командует спецназом «Ахмат». Кстати, спецназ «Ахмат» сейчас на Херсонском, насколько я знаю, фронте, для противника это не секрет. Апти Аронович, которого я помню еще старшим лейтенантом, а я был уже тогда майором. Кстати, толковый мужик. Вот, толковый, умный.
можно сказать, даже талантливый. Вот. Он озвучил такую схему, что на Херсонском, что на Харьковском фронте очень похоже, что наши войска заманивают противника в ловушку, чтобы потом, выманив его основные силы из укреплений, решительным ударом нанести ему полное военное поражение, разгромить его в чистом поле и таким образом, введя наши резервы со стороны там, Белгорода и из других участков, со стороны Изюма, где у нас достаточно много сил сосредоточено, ну, уже на его плечах пойти в контрнаступление на Харьков. Я подчеркиваю, это озвучил не я, а человек, который, насколько я знаю, является генералом сейчас действующим Росгвардии, и который это уже сказал в интернете и публично, то есть его цитируют средства массовой информации. То есть военные тайны я здесь не открываю. Если что, если вдруг. Есть и вторая точка зрения, которая лично мне представляется, к сожалению, более вероятной. Хотя, честно сказать, ну вот, если все будет развиваться по озвученному сценарию Алаутдинова, это будет, ну, мне будет там, по крайней мере, действительно хорошо. То есть я буду рад. И это без всякой задней мысли. Если кто-то считает, что я от поражения наших войск получаю хоть какое-то удовольствие, то это абсолютно не так. Хотя бы потому, что у меня на фронте куча друзей, приятелей, просто боевых товарищей, и периодически они погибают, получают ранения или тяжелые увечья. И, к сожалению, я сейчас не с ними, но, как говорится, я уверен, что это пока. Война будет долгой и очень тяжелой. Так вот, вторая версия, которую тоже не только я озвучиваю, она заключается в том, что по непонятным, необъяснимым причинам, очень смахивающим то ли на просто замшелый идиотизм, просто вот даже не просто идиотизм, кретинизм, то ли по другим, противнику создали идеальные условия для нанесения данного удара. А именно, в течение конца лета, примерно августа, июля-августа даже, с этого участка фронта, то есть из-под Балаклеи, с участка фронта условно Балаклея-Купянск, там, правда, Северный фронт проходил, Балаклея, Чкаловская, там, Вербовка, Чкаловская, были сняты почти все кадровые российские воинские части и переброшены либо в тыл, либо на другие участки. Подчеркиваю, я абсолютно не верю в версию о том, которую озвучили как блогеры, о том, что якобы именно из-под Изюма, именно из-под Балаклеи сняли какие-то боевые части и перебросили аж на Дальний Восток для учений, которые там недавно проводились в присутствии президента, вот наших там небожителей военных главных Сергея Кужугетовича и этого, как его, Герасима Муму его называют, по-моему. Вот теперь блогеры, ну, будем так говорить, начальника генерального штаба, генерала армии Герасимова. Естественно, героя России, но они там все герои. Вот. Что делал начальник генерального штаба на этих учениях, я, честно говоря, вообще не понял, потому что, когда идет война, даже если ее стыдливо называть специальной военной операцией, все равно война широкомасштабная, с очень большими потерями с обеих сторон. То начальник генерального штаба, по идее, не на учениях должен присутствовать. Для этого есть нарядный министр обороны, весь обвешанный как елка, на спине их тоже шесть, которого давно пора гнать поганой метлой за все, что он проделал с нашей армией и в каком состоянии наша армия вошла в эту войну. Но тем не менее, пусть вот у меня было предложение, чтобы он занимался вот такими парадными мероприятиями, пиатлонами, фейерверками, показушными выступлениями артистов в погонах. Но начальник генерального штаба должен руководить боевыми действиями, а не фестивалями. Но тем не менее, они там, как говорится,
наблюдали за учениями 50 тысяч военнослужащих, демонстрировали мускулы, а в это время противник прорвал фронт под Буаклей. Ну так вот, я не верю, что войска...